Вот. Неделю, что ли, назад я посадила салатные листья. Вот так просто отрезала. Вот две штучки. Отрезала и просто вот там вот вода. Воду набрала вон. И вот так скотчем. Я не знала, как их этот положить, потому что они этот падали. Поэтому я их вот так вот приклеила. Ну, края просто приклеила и посередине оставила проход. И так засунула эти два салатных листья, корни, то есть. И вот начал вырастать он. Вот такой он вырос сейчас. Вот один вот этот здесь вот растет. И вот второй. Вот так вот он уже вырос. Первый вот этот вот вырос. А второй вот этот он начал расти. Просто вот в такой стаканчик дома. И вот здесь на пианине стоит. И все нормально. Так вот поставлю. Так стоит. Здесь тепло. Вот градус здесь у нас 23-24. Вот так вот градус дома. И вот он постоянно в воде находится. И вот так растет. Вот так вот. Ему здесь нравится. Так что до Нового года, может, и подрастет. Попробуем потом. Покушаем. Вот так. Надо видеть, им раньше, они здесь кушают вот так вот. Мандарины. Прям целыми. Вкусно, Имра? Что это? Что это, Имра? Круг, да. Что ты кушаешь, Имран? Апельсин. Не, мандарин это. Мандарин. Да, мандарин. Скажи, мандарин. Мама, вот это лучше, чем маленький. Да, это лучше. Я же вот принесла, видишь, вкусненький. Имран, что ты кушаешь? Апельсин. Нет, это не апельсин, это мандарин. Мандарин. Молодец. Меня тоже спрашивают. Что кушаешь, Давидик? Мандарин. Правильно. Имран, а ты что кушаешь? Имран. Мандарин. Что кушаешь? Мандарин. А? Апельсин. Я не слышу, погромче говори. Апельсин. Нет, это не апельсин, это мандарин. Мандарин. Да, скажи громко. Мандарин. Мандарин. Скажи. Худоги, шкур. Мандарин. Еще раз скажи, Имран. Мандарин. Угу. Девять часы пробили. Семь, шесть, пять, шесть, три, два, четыре.